Да, я себе взяла пиво Saigon White. Тоже ничего вкусненькое. Ну, я тоже как бы особо пиво не пью, но все равно. Вкусный? Маракуйя, по-моему, мы брали. Это мы сейчас BBQ, да? Принесли суп, я заказала с морепродуктами. Думала, что это суп фо. Ну, на самом деле это нет. Это просто как бы такой, я бы сказала, ну, как кисель, что ли. И с крабовыми палочками суп. Ну, короче, не очень. Суп фо мне нравится больше. Я больше не буду такой суп заказывать. Просто суп с морепродуктами называется. А у Веры отличается только тем, что... Здесь нижние грибы. Да. Так называемые, которые хрустят, как... Ой, даже с чем сравнить-то? Не знаю, как крахмал подсушенный. Вот как крахмал делают ухно, мазать раньше мазали. Вот, и как будто бы он засохший, этот крахмал. В общем, что попало, не буду. Также заказали креветки. 105 стоит 1000 донгов. Ну, такая вот кучка, они нечищенные на палочках. Такие вот. Довольно-таки крупненькие. Не тигровые, конечно, но крупные. Что ты скажешь про креветки? Или еще не попробовала? Я пока не попробовала. Чиститься трудно? Да, это BBQ. В следующий раз пойдем морячку. Ой, не морячку, а моряк. Моряк. Морячка. А морячек или моряк? Ну, по вкусу. Ни о чем. Креветки, креветки. Без особого никакого вкуса, аромата. Просто вареные креветки. Мы вот покупали у макашников еду вчера. Мне кажется, оно вкуснее было, да? Да, уличные еда вкуснее.